Делай как я. Учись, остаешься самостоятельно. Доброе утро, мои дорогие! Как ваши дела? У нас за окном картина не меняется, все так же пасмурно, но зато стало еще холоднее. У меня есть 15 минут на то, чтобы собраться и немножко с вами поболтать. Вы знаете, что уже несколько месяцев я прохожу курс повышения квалификации по своей специальности нутрициология. Наш мир очень динамичен, особенно сейчас, и новые знания очень важны, потому что существуют разные жизненные ситуации, при которых вам бывает тяжело найти работу, и как раз освоение нового навыка очень сильно может облегчить вашу задачу. Именно поэтому я делюсь с вами, собственно говоря, местом, где я сама сейчас обучаюсь, а именно платформа онлайн-образования Vector M. Vector M вы можете освоить такие специальности, как логист, менеджер маркетплейсов, секретарь-администратор, делопроизводитель и многое другое. Самое интересное это, что Vector M это платформа с государственной поддержкой, и она предоставляет обучение совершенно бесплатно для малозащищенных групп населения, таких как, например, мамы в декрете, мамы дошкольников, пенсионеры и очень многое другое. Полным перечнем вы можете ознакомиться на сайте по ссылке, которую я оставляю вам в описании. Также там вы сможете просмотреть все актуальные направления, по которым вы сможете пройти обучение. Переходите по ссылке, смотрите, осваивайте новые специальности и будьте востребованным работником в любой ситуации. Мне надо быстро-быстро собраться. Сейчас, короче говоря, мне очень нравится вот таким вот нехитрым способом укладывать волосы. Я вытягиваю их на брашинг и до такого, знаете, чуть-чуть влажного состояния ложусь спать с косичкой, и получаются такие, знаете, вот такие вот маленькие-маленькие волны. Потому что свои кудряшки мне что-то как-то поднадоели, мне хочется более гладких волос. Плюс в этом ролике, наверное, вам ставлю. Я подстригла волосы, отрезала в районе 6 или 5 сантиметров я отрезала. Не помню точно. Вот. Освежила, так сказать, потому что сейчас идет растущая луна. Просто, девчонки, напишите мне, кто такие же немножечко ку-ку на голову, кто стрижется только на растущую луну. Я не просто стригусь на растущую луну, я еще и гуглю всякие, типа, календарь стрижек, в какой день благоприятнее, в какой день, там, постричь волосы к деньгам, в какой день к любви, в какой день к удаче. Я всегда стригусь к деньгам и удаче. Ну, к слову, о моих приоритетах в жизни. Вот, и сейчас пользуюсь вот таким вот, это из Вицель. Короче, это то же самое, что и с Вицин, просто... Как мне объяснили в аптеке, другая фирма. Немножечко. Тоже, по-моему, уже говорила, что в этот раз не собираюсь пропивать витамины для волос, потому что у меня и так волосы в отличном состоянии. У меня в отличном состоянии также и мои ногти. Ну, знаете, такие маркеры, насколько вообще у меня организм не имеет дефицитов витаминов и минералов, и лишний раз себе чем-то пичкать не хочется, потому что все и так в отличном состоянии, поэтому я решила только курс вот этого из Вицина, из Вицеля, не суть. Про момент проделать, чтобы простимулировать рост немножечко. Наношу просто по проборам, не сильно как-то, прям уж очень четко, и пальчиками делаю такой массаж головы. Делаю я это каждый день. Как мне говорит моя подруга, она сертифицированный мастер по реконструкции волос, она говорит: «Настя, у тебя состояние волос улучшается не от того, что ты их чем-то брызгаешь, а от того, что ты в системе начинаешь вот этот массаж делать, потому что это элементарно приток крови к крови». Я говорю: «Да, я, скорее всего, это понимаю, но проблема в том, что без вот этой штуки я не делаю этот массаж, а с этой делаю». Вот она у меня стоит, я побрызгала,
И уже появилась мотивация что-то делать. По итогу, куда я собираюсь? Давно хотела с вами поделиться, но все что-то как-то не решалось. У меня сейчас есть определенные проблемы с кожей. Это не сильно касается лица, но это касается спины. Подсниму вам, скорее всего, вставлю. На лице у меня сейчас тоже есть покраснение, но это я недавно ковыряла прыщики, и меня обсыпало, еще у меня скоро цикл. Вот, но с лицом все нормально. Большая проблема со спиной. Я всегда по жизни была тем человеком, который вытирает все тело одним полотенцем, и у него не возникает ни единого прыща. Вот. Но как только меня шарахнуло кистой, у меня резко испортилась кожа на спине. То есть, ну, опять-таки, да, скорее всего, это произошло из-за гормонального фона. В моменте просто, я не знаю, я свои 5 килограмм набрала очень быстро, там, ну, я не знаю точно за сколько, но очень быстро, там, не знаю, недели две было, может быть, от силы, если судить по фотопленке. Я даю себе отчет в том, что я заедала очень сильно, потому что, ну, у меня был стресс, но помимо этого все-таки еще произошло что-то с гормональным фоном, и меня очень сильно шарахнуло прыщами по спине. То есть это не просто прыщи, это прям такое, как полноценное акне. Как только я села на гормональную терапию, я начала пить коки, киста у меня рассосалась, спина у меня была стерильной. Ну, на противозачаточных, на всех этих коках, на гормональных таблетках, я уверена, девчонки периодически рекомендовано их пропивать как способ борьбы с прыщами. Хотя, как по мне, это бред, потому что стоит вам только их пить, перестать. Нет, ну, может быть, можно как-то переждать, если у вас там какой-то определенный подростковый возраст или еще что-то. Но в моем случае, как только я перестала пить коки, во-первых, у меня вернулась киста, во-вторых, у меня вернулись все мои проблемы со спиной. Следующий момент, скажем так, такого вот затишье был, когда я делала нос, когда я лежала в больнице, когда я потом пила таблетки, всякие противовоспалительные, ну, антибиотики мне кололи в больнице непосредственно. И в больнице я провела, как вы помните, двое суток, и за двое суток, получается, просто я приехала домой, и тоже с практически идеально чистой спиной. Там были какие-то прям очень-очень маленькие штучки, которые слегка не дожили. Никаких новых покраснений, ничего вот такого вот прям супер страшного не было. На антибиотиках мой организм просто простерилизовался, что называется. Вот, естественно, как только я, ну, как только антибиотики из организма вывелись, лык и домочал, начинай сначала, что называется. Я, если честно, в какой-то момент забила. Я подумала, что, ну, очевидно, я все-таки где-то поломала свой гормональный фон из-за чего-то, да, как бы у меня не в подростковом возрасте. У меня была проблема прыщей, ну, лет в 14. Когда вот, ну, знаете, ну, это никогда не было какой-то акне, это никогда не было как-то, не знаю, россыпь грибов после дождя, это были какие-то локальные прыщики. Потом у меня была проблема с кожей на первом курсе, когда я резко поправилась, потому что, опять-таки, заедала стресс, и у меня, ну, кожа была прям в очень плохом состоянии, ну, там, простите, я могла позавтракать горячими бутербродами с сервелатной жирной колбасой, белым хлебом, майонезом, пообедать могла какими-нибудь чевапелями, а поужинать дошираком. Но тут никакая кожа не выдержит, поэтому тут ничего удивительного нет. Сейчас же мое питание никак не поменялось, я очень... Оно никак не поменялось в плане... Я чисто питаюсь. Я пробовала исключать молочку, я пробовала исключать сахар, я пробовала исключать глютен. Вообще пофигу, моей спине абсолютно плевать. Я пробовала всякие мази по типу зенерита, зеркалина. Короче, в моменте на неделю становится лучше, потом, видимо, кожа адаптируется, потому что это тоже своего рода антибиотики кожные, наружные. И опять, лакодомочал, начинай сначала. Ничего не помогает. Как беспокоит ли это меня? В целом, я к этому нормально отношусь. Я знаю, что эта проблема достаточно распространена. Комплексую ли я как-то из-за этого? Тоже нет. Но, скажу честно, летом ходить было не очень приятно, потому что ты, ну, надеваешь какой-то топ, ты надеваешь кофту с, там, на бретельках, и вместо того, что у тебя красивая ровная спина, она у тебя вся в каких-то точках, в каких-то просто... Понимаете, это даже вот, ну, выглядит не как прыщи, это выглядит как какая-то сыпь. То есть вот, ну,
Короче, отвратительно это выглядит. И в моменте меня это уже начало прям конкретно раздражать, потому что с момента моей кисты уже, блин, прошел год, и ситуация никак не меняется. Я была у косметолога недавно, и они мне предложили сделать чистку ручную, то есть вскрыть вот эти вот все комедоны, подкожники, все остальное, и просто сделать механическую чистку спины. Я не очень хочу это делать, скажу сразу, потому что в момент, опять-таки, подросткового своего периода, когда у меня была проблема с акне на лице, чистки мне никак не помогали. Я ходила на механические чистки, и, как по мне, это больше кожу травмирует, по крайней мере, мою. Да, мне расковыривали, открывали все эти прыщи, чистили, но у меня это были не какие-то прям супер закрытые комедоны, то есть, ну, я даже не знаю, как объяснить. Ну, короче, не было какого-то супер запущенного случая, чтобы что-то там вот прям капитальное вытаскивать. Но при этом у меня все лицо раздиралось. Может быть, мастер, хотя мы с подругой ходили к одному мастеру, ну, не знаю. Механическую чистку я делать не хочу, потому что я уверена, что они их вскроют. Да, спина, возможно, подживет, но потом это все вылезет заново, потому что проблема внутри сидит какая-то, очевидно. Поэтому ходила я, бродила, пока не появилась 2 недели назад еще одна проблема. Проблема в том, что у меня выскочил первый раз в жизни жировик. И жировик — это не вот этот вот маленький прыщик под носом, а такой нормальный жировик. Я вам тоже подсниму, покажу. В принципе, в этом ничего страшного нету. Я как раз-таки именно с ним прежде всего поехала к косметологу, чтобы его удалить, потому что это вроде, если я ничего не путаю, называется липома. И такие штуки самостоятельно не проходят. То есть их надо удалять у мастера, у косметолога, у дерматолога, у человека, который, да, сертифицированный, который имеет на это право. Лучше всего идите именно к дерматологу, естественно. Вот я, потому что я поехала к косметологу, она мне его удалять отказалась, она сказала нет. Иди к дерматологу, потому что жировик на шее, вот здесь вот. Опять-таки я вам подсниму, покажу. И если, не дай бог что, шея может кровить, тебя надо будет перевязать, и это должен делать врач, ну, как бы дерматолог, эстетист, хирург, ну, короче, который специализируется на этом. Если бы, говорит, у тебя прыщик был там на спине, жировичок, там еще где-нибудь на голове, говорит, мы бы удалили. С шеи мы не возьмемся. Поэтому, собственно говоря, куда я собираюсь? Я собираюсь к косметологу. Ой, к косметологу, к дерматологу. Я записалась здесь в клинику, недалеко от нашего дома, на удаление, собственно говоря, жировика. Ну, на консультацию и на удаление. Я посмотрим, что мне скажут. Потому что, если честно, меня эта проблема уже начинает подбешивать. Я вообще, ну, я настолько уже была в каком-то отчаянии, что я даже хотела проконсультироваться. Возможно, я все равно это сделаю сейчас с дерматологом, с косметологом по поводу приема каких-то ретиноидов. Не знаю, у меня подруга пила ракутан в свое время, он ей очень хорошо помог, но ретиноиды, естественно, назначаются по рецепту. Это не самое дешевое удовольствие, но все, кто из моих знакомых в свое время пил ретиноиды, они всем им помогли. Но также я головой своей понимаю, что, ну, у меня явно не тот случай, когда назначают ретиноиды. Ретиноиды назначают при хроническом таком капитальном акне, когда у вас прям вот, ну, я не буду на себя показывать, когда прям у вас, что называется, прыщи, как грибы после дождя, когда у вас огромные закрытые комедоны, если вы видели какие-то вот жуткие картины в ТикТоке, возможно, когда вот чистки делают, вот тогда назначают ретиноиды. У меня такого нет, но при этом у меня очень плохая ситуация с моей спиной, и на данный момент, вот прям вот на данную минуту, стало получше, потому что я сменила уход. Я за своей спиной сейчас ухаживаю лучше, чем за лицом. Сейчас схожу к косметологу, вернусь, тоже в этом ролике вам покажу, что я делаю, какие средства я использую. У меня специальный гель для душа, для проблемной кожи, у меня там эти пудры инвазивные и так далее. Но в моменте, конечно, очень неприятно. Вот. По телефону меня проконсультировали по поводу удаления жировика, сказали, что это будет стоить в районе 7 тысяч. Охренеть, простите меня. Но посмотрим.
потому что он у меня суммарно уже месяц. Сначала я подумала, что это такой какой-то прыщик, знаете, иногда вот за ухом, где-то вот, ну вот здесь вот у меня бывает, выскакивает такой, знаете, ну хороший такой подкожный комедончик, ну как бы ты его помажешь, он прижжёшь салициловой кислотой, он тебе через недельку проходит, а это мне сказали, что это липома, она сама не пройдет, ее надо удалять, типа делается разрез, либо прокол, и вот эта вот горошина, она из кожи удаляется. Стрёмно ли мне? Скажу честно, да, потому что в целом я не боюсь никаких этих косметических процедур. Но сам факт того, что эта штука буквально находится рядом с моей сонной артерией, меня напрягает. Я надеюсь, что будет нормальный мастер. Беру с собой маму в качестве моральной поддержки. Потому что вот так вот. Поэтому, в принципе, я сильно не крашусь, так только чисто лицо и губы. И все. Глаза ничего красить не буду. Сейчас надену. За окном погода плохая. Надену сейчас спортивный костюм какой-нибудь или брюки. Ну, короче, так, чисто, знаете, чтобы до клиники дойти и назад вернуться. Потому что, не знаю, напишите, случались ли с вами такие жировики. Если да, то вообще, что вы делали? Удаляли ли вы, или, возможно, да, они все-таки как-то могут сами рассосаться, как-то чем-то прижигать, какие-то препараты можно попить, потому что, ну, не знаю, меня еще косметолог, вот к которому я ходила, который отказался, получается, удалять сие произведения искусства, сказал, что такие штуки, они могут расти. То есть, вот, ну, сейчас это такой вот, ну, маленький прыщик у меня. Если к нему не приглядываться, вы его не заметили. Но я-то знаю, что там не прыщик, а такая вот большая ерундистика, да, размером с такой хороший горох. И, естественно, меня это напрягает. Я вот, ну, поймала за собой то, что я вот постоянно вот так вот начала шею трогать. У меня вот тут уже даже такие, вы знаете, ну, обычные прыщики пошли, потому что я, блин, в зале хожу и вот так вот шею трогаю, потому что я постоянно вот, ну, не дает он мне покоя, что у меня вот, я, видимо, уже по коже начала грязь какую-то разносить. Короче, вот так вот. Вот. В принципе, это все. Слушайте, 14 минут говорила, за 15 минут надо накраситься. Вот, все. Такой вот у меня свеженький макияжик получился. А лампа здесь стоит, потому что очень темно в комнате. И я даже накраситься элементарно не могу, потому что ни черта не видно. С Богом. Такая вот история. Ну, опять-таки, вот так вот плоховато, наверное, видно. Но я маму попрошу. Она мне больше подснимет лучше. Но спина очень неровная, спина вся в рытвинах. И сейчас получше, потому что получается... Получается, нету новых воспалений. То есть все, что сейчас есть на спине, это корки... То есть внутри, ну, как бы, знаете, вот так вот трогаешь прыщик, и ты можешь понять, когда прыщик, когда корка, вот сейчас это все корки. Вот, но тоже сейчас покажу это дерматологу, потому что, ну, врач, я уже была, естественно, у дерматолога, и не у одного, и все они говорят, ну, это типа акне, ну, это просто акне, ну, помажьте зеркалином, помажьте там вот это, ну, попробуйте молочку не есть. Я такая думаю, как же без тебя-то не догадалась это все сделать, потому что, ну... Поэтому у меня уже какие-то шальные мысли в сторону ретиноидов идут, потому что, ну, опять-таки, люди, которые болеют хроническим акне, они вам прекрасно скажут, что они очень следят за своим питанием, они вообще ничего лишнего не едят, они умывают лицо, они меняют наволочку вовремя, но это все внешнее воздействие, проблемы внутри, решать ее надо изнутри. Ну, сейчас подожди. Да нет, неплохо. С чего ты взяла, что у тебя плохо? Ну, а что, это хорошо? Ужас. Я дома. Уже даже более-менее отошла от анестезии. Короче, девочки, трэш. Трэш, по-другому не скажешь, потому что это оказался вообще не жировик.
Короче, рассказываю по порядку. Мы пришли к дерматологу, она меня посмотрела. Она говорит, вы были у косметолога, вам сказали, что это липома. Я говорю, ну, как бы да, косметолог тоже сделал, но наружный осмотр. Мой вам совет. Всегда, прежде чем идти удалять что-то, делайте УЗИ. Даже вот на такие маленькие штучки делают УЗИ. Вот нужно делать УЗИ, не делайте так, как я. Потому что дерматолог посмотрел, ну, снаружи, сказал то, что ну да, это липома, удалить ее несложно, там вообще плевая операция, но это все-таки операция, потому что делается скальпелем разрез на коже, это все оттуда изымается, вещество, да, субстанция, и зашивается. Это считается полноценной такой операцией, коротенькой, но тем не менее, делается в операционной, с анестезией, со всем на свете. Проводили меня в операционную, естественно, я ничего не снимала, по понятным причинам. Сделали мне укол анестезии, все хорошо. И тут она начинает его удалять. Она сделала разрез, начинает дальше. Я называю это паяльник, но это не паяльник, а люди, которые знакомы с косметологией и вообще с медициной, они меня сейчас поймут. Такая штука, которая, ну, лазер, ток, я не знаю, как правильно это называется. В общем, они начинают этим прижигать. Прижигать, как бы делать импульсы, и эта штука удаляет, собственно говоря, вот эту вещь. И тут я прям даже, мне кажется, я это почувствовала, как у меня внутри что-то так, знаете, пульк лопнула. И девушка, она такая, так у вас это киста. Я такая, что? У меня еще скоро цикл. Вот. Из-за этого, когда ты, ну, всякие такие штуки проводишь перед циклом, у тебя больше риск кровопотери, потому что, ну, сосуды подготавливаются к месячному. И это все дело может кровить сильнее. Из-за того, что еще плюс эта киста лопнула, вот это вот все кровь, вот это вот, да, что в кисте внутри содержится, это вот так вот все наружу. Она мне просто вот так вот 10 минут, наверное, зажимала, чтобы остановить все это дело. Я вообще ничего не почувствовала. Ну, то есть боли, вот в плане боли вообще никакой не было. Был неприятный запах, потому что, ну, все-таки вот туда кожу прижигают. Естественно, это неприятно. Паленый вот этот вот запах кожи, он отвратительный. Других никаких дискомфортов я не обнаружила. По итогу она остановила мне это кровотечение, закончила и потом пинцетом просто вынула, потому что, как я поняла, что такое киста. Если бы это был жировик, сделался бы надрез, и просто вот это вот, ну, содержимое, да, жировичка, оно бы просто, ну, удалилось. Что такое киста? Как я поняла? Могу ошибаться. Подчеркиваю, ремарка, как я поняла. У кисты есть ядро на такой ножке, которая крепится к сосуду. И на это ядро потом как бы начинает с этого ядра, точнее, расти сама вот эта вот кисточка. То есть это по сути, как вот есть ножка у гриба, есть шапочка. Вот шапочка — это киста. И как раз-таки мы ее прокололи, она вытекла. И чтобы дальше на этом же месте киста не образовалась повторно, нужно было удалить ножку. И она ее как бы, ну, до нее сделала разрез и прям пинцетом ее вынула. Показала мне ее, но вы знаете, я не слабонервный человек в этом плане, мне нормально. Но это прям была вот, ну, как бы такая вот, знаете, субстанция. Ну, вот прям размером с мою вот эту вот горошинку. Сама кисточка была небольшая, собственно говоря, поэтому ее и спутали с липомой. Если бы сделали УЗИ, то это жидкое тело, оно бы на УЗИ показалось, и тогда бы мы ее немножечко по-другому начали удалять. Вот так тоже все равно все хорошо. Врач мне очень понравилась. Она мне все объяснила, перевязка. Единственный минус, что может остаться небольшой шрамик, потому что все-таки надрез скальпелем, даже два, плюс накладываются швы, то есть у меня сейчас шов наложен, завтра я вот эту повязку с утра сниму, обработаю, залеплю заново, и, господи, у нас еще сегодня вторник, в следующий вторник, получается, через неделю я пойду, ну, снимать шов, на повторный, короче говоря, осмотр, где она посмотрит вообще, как это все дело заживает. Из каких-то мер предосторожности, ну, понятное дело, спорт, сауна, 5 дней не мочить вот эту зону, то есть в душ ходить можно, но стараться не допускать намокания шеи. Вот такая вот история. Я уже сейчас, когда отошла, когда пришла домой, я вообще погуглила, что такое... Боже, я вот тут вот подпишу, как называется эта киста, дерма, что-то там. Я в Телеграме вам рассказала, и в Инстаграм, по-моему, тоже, да, кто не подписан на мои социальные сети, туда информация долетает быстрее. С этим лучше не затягивать. Как мне объяснил врач, что, в принципе, кисты, ну, это то же самое, вот как
моя киста была на яичнике. То есть у меня есть генетическая предрасположенность к ним. Более точно, из-за чего они возникают, мне не скажет ни один врач. И это, наверное, самый минус вот всех вот этих вот кист, потому что точно понять, из-за чего они происходят, и, соответственно, как-то предотвратить их появление вы не можете. Непонятно ничего. Есть такие кисты, как у меня на яичнике, которая была 8 сантиметров в диаметре, да, маленький, ну, не маленький, такой нормальный теннисный мячик. Это операбельный случай, и на такое врач реагирует. Сразу же либо вас направляют на операцию, но это уже крайний случай, да, для начала вам, как мне, скорее всего, пропишут гормоны, чтобы на гормонах киста рассосалась. Вот, если у вас маленькая киста, 2-3 сантиметра или там вообще несколько миллиметров, обычно на такие кисты гинекологи даже не реагируют, потому что это фолликулярные кисты, они могут возникнуть и потом сами же пройти у вас с месячными. Вот, так как у меня месячных не было длительное время, более 70 дней, мне прописывали препараты, которые их вызывают, и потом я сидела на Биларе. Соответственно, Билара мне кисту рассосала, но у меня было повторное возникновение кисты уже на другом яичнике, но в меньшем диаметре. Я, по-моему, даже об этом вам не рассказывала, потому что я была в расстроенных чувствах. Но по факту эта киста прошла самостоятельно, я не принимала ни одной таблетки, просто работала с психикой со своей, успокаивалась максимально, и как бы, ну, сейчас у меня цикл относительно более-менее наладился. Вот, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Но так как у меня есть эта предрасположенность, киста выскочила на шее, и до этого момента я даже не знала, что кисты могут выскакивать где-то, кроме яичников, но, оказывается, могут, и на них нужно реагировать. То есть это не какое-то, знаете, там, опухоль, то есть это доброкачественное образование, но оно может воспалиться. И в целом я с этой вот маленькой кисточкой, да, вы видели, что она была, ну, маленький такой жировичок, он не доставлял мне никакого дискомфорта, ни физического, ни эстетического, вообще никакого. Если бы я вам не сказала, вы бы не заметили ничего, в принципе, никто ничего не замечал, просто это меня лично беспокоило, что, ну, я же знаю, что вот оно там есть, а поэтому я хотела его удалить. Почему на это важно реагировать? Потому что я могла проходить с ним год, могла проходить два, а на третий год она бы воспалилась, то есть врач сказал, что все равно на это надо реагировать, и очень хорошо, что я очень быстро на это отреагировала. В целом, в общем плане, у меня эта штука продержалась месяц, то есть я где-то 2 недели с ней походила, поняла, что она не проходит, поехала к косметологу, косметолог меня направил к врачу, я врача, получается, отложила, потому что у меня была фотосессия с змеёй. Естественно, если бы мне это сделали, ни на какую фотосессию я бы не поехала. Я сделала фотосессию, она была вот на прошлых выходных, и как только я нашла подходящего врача, подходящую клинику здесь рядом с моим домом, чтобы никуда не ездить, я, соответственно, ее удалила. В общей сложности у меня она продержалась месяц. Поэтому я вам советую на такие штуки очень сильно реагировать. Вообще на любые образования на вашей коже, какие-то непонятные родинки, пятна, пигментация, всегда ходите к врачу, потому что образование на коже, я считаю, что это, ну, не очень все равно нормально, то есть даже те же самые кисты, по факту, они безобидные, но их появление — это все равно сбой в организме, и лучше лишний раз всегда провериться, сходить к дерматологу, к онкологу, чтобы вас посмотрели, потому что большинство серьезных заболеваний можно купировать на первоначальных стадиях, поэтому никогда не запускайте здоровье, всегда старайтесь на это реагировать, сходите к нескольким специалистам, пускай вам сделают какое-то, да, общее заключение, несколько врачей, вы это все прочитаете, подумаете, примите решение, но ни в коем случае не запускайте, потому что, ну, непонятно, к чему это может привести. Вот. Такие вот дела. Поэтому сейчас я буду работать, потому что я всю первую половину дня, собственно говоря, вот такая вот была из-за анестезии, но сейчас я уже себя нормально чувствую. Буду неделю, повторюсь, ходить с этой красотой. Вот. Единственный минус то, что я не успею теперь сходить в зал. У меня эта неделя последняя, когда действует мой абонемент в старом зале. Я хотела еще успеть 2 раза ходить, но, естественно, уже не схожу. Но это не страшно. Поэтому вот такие вот делишки. А, кстати, по поводу ретиноидов. Показала я тоже свою спину. По поводу ретиноидов мне сказали, у вас не настолько запущенный случай, чтобы вы пили ретиноид. Ну, собственно говоря, то же самое, что я вам сказала. Я сказала врачу, рассказала о том, какой уход я сейчас делаю, как я ухаживаю за спиной, какими средствами я пользуюсь. Она сказала, да вы подобрались, я просто идеальный уход. Вы долго
им придерживаетесь? Я говорю, да нет, ну от силы неделю, наверное, я так вот начала делать. Она говорит, ну, тогда что вы хотите? Она говорит, хотя бы месяц-два поделайте. Если улучшений не будет, тогда приходите, будем думать насчет ретиноидов. Если улучшения будут, тогда зачем вам ретиноиды? От ретиноидов есть достаточно большие побочные эффекты. Это ударная доза по печени, это, ну, кто пил ретиноиды, я даже вам, как бы вы знаете, кто не пил, лучше погуглите, потому что сейчас рассказывать об этом я не очень хочу, но да, плюс беременность не должна наступать в течение года после отмены ретиноидов. Ну, мы, конечно, не планируем, но чем черт не шутит, но, в общем, ретиноиды — это прям крайний-крайний случай, и это прям супер хроническая акне, это не мой случай все-таки, да, как бы, ну, с лицом вообще все нормально, я считаю, только вот спина чуть-чуть, но... На данный момент, я вам повторюсь, я вот неделю делаю свой уход. Сейчас вам покажу, какой уход. И новых прыщиков нет. То есть только вот эти вот корочки. И врач сказал мне, говорит, ну вы хотя бы 2 месяца реально поделайте. Я думаю, говорит, вам будет нормально, потому что у вас уход очень хороший, и он будет регулировать работку ваших сальных желез, и все должно быть хорошо. Поэтому вот так вот, девочки. У нас в ванной бардак, простите, пожалуйста, но я думаю, ничего страшного. Что по уходу? За лицом я начала пользоваться вот такой умывалкой Dr. Jart. Я очень много слышала на нее положительных отзывов, и правда, она не бюджетная, я заказывала ее на Озоне, она мне обошлась, по-моему, в 1200, но действительно, после того, как я ей начала умываться, у меня лицо, кожа лица, она как будто бы, знаете... Очень часто я по утрам просыпалась с очень жирной кожей, то есть буквально вот бери салфетку и просто как жирный лист. Сейчас я просыпаюсь с жирноватой кожей, но вот, вот этих вот, знаете, прям залежей вот каких-то вот этих вот жиринок прям вот в складках под носом, в носогубках их нету. То есть я все-таки думаю, что умывалка мне вот это достаточно помогла. Получается, первый этап я умываюсь умывалкой и потом использую инвазивную пудру. У меня от Ликата. Вот такая вот. Вот такая вот. И еще есть вот такая от Натуры Сибирика. Тоже чередую их. Вот эта вот она идет как такая, знаете, небольшой, короче, вот пилинг пудра. И она с такими более грубыми частичками. Вот эта пудра. Мяу, все падает. Вот эта пудра, она идет более щадящая, и вы ее вспениваете, и она у вас вспенивается прямо в такую пеночку. Поэтому вот. По поводу спины. Вот такая вот Натура Сибирика. Вот такая вот штука. Глубокое очищение для проблемной кожи. Она, у нее прям очень хороший состав. То есть битулин, есть цинк, это очень важно. И салициловая кислота. Она очень, мне кажется, все равно здоровски. Ну, короче, после того, вот, сколько неделю я ей пользуюсь, каждый день, 2 раза в день я хожу в душ, мою, получается, спину с вот этим гелем и помогает. Сначала мою гелем, потом также наношу инвазивную пудру, тоже на всю спину. Плюс тоник я не меняла, но тоником, если честно, я забываю пользоваться. Вот. Плюс у меня теперь вот такие вот есть, я покупаю себе салициловая кислота 2%. Протираю ей всю спину целиком, лицо протираю только где я вижу подкожные заболевания. То есть вот тут вот я наковыряла, это корочки. Их мы не протираем салициловой кислотой, потому что может быть наоборот раздражение. Вот тут вы тоже видите такое вот воспаление, тоже не протираем. А вот какие-то, когда появляются подкожники, еще что-то вот такое вот неприятное, жировики, к слову, да, такие какие-то небольшие. Салициловая кислота вообще прям очень круто справляется, она подсушивает воспаление и сразу как-то получше становится. Вот так вот. Вот, врач меня похвалила, сказала, что это достаточно здравый подход. Плюс, кстати говоря, по поводу еще уходовых средств, завтра, наверное, вроде завтра мне должна прийти посылка из Золотого Яблока, я вам покажу, что я там заказала. Купила маску, которая против подкожных воспалений, и, по-моему, крем тоже для проблемной кожи, который регулирует выработку себума. Боже, я надеюсь, я правильно сказала. Нет, ну не серум точно, значит себум. Короче говоря, регулирует работу сальных желез и, ну, тоже улучшает состояние кожи. Вот.
Ну вот, видите, такие вот штуки. Ну вот эти вот прям тоже корки, корки. Что-то я вот сама ковыряю, ну вот. А вот именно таких прям, чтобы прям прыщи, у меня их нет. Поэтому я надеюсь, что все-таки я порешаю вопрос со своей кожей. Поэтому я пошла работать, потому что работы накопилось много. Мне еще нужно сценарий для рекламной интеграции написать. Вот, на самом деле я бы спать легла. Потому что что-то меня, наверное, после укола анестезии как-то немножечко развезло. Но такой роскоши мы позволить себе не можем сегодня, поэтому ничего страшного. Уже созвон с клиенткой, мы с девушкой попрощались, закончила я ее ведение, вот, сделала перевязку, скинула своему, получается, врачу, она посмотрела, сказала, у вас вообще все заживает идеально, ты можешь, пожалуйста, кресло не дербанить, бойся, на нем места живого нет. Знаете, это мне еще хирург с носом, когда я лежала, он мне тоже говорит, да на тебя все как на вампире регенерируется, я говорю, да сплюньте! Конечно, вот такая вот ситуация, видите, тут покраснение, кожа очень-очень сильно зудит, но у меня чувствительная кожа, и я знала, что так будет, поэтому я сейчас выпью диазолин, и все пройдет, потому что, да, я склонна ко всяким вот этим, ну и плюс элементарно то, что пластырь кожу стягивает, даже не то, что там аллергия на клейкое вот это вещество, а даже вот сам факт, что пластырь кожу стягивает, ощущения не очень приятные, но вообще шов хороший, сухой, не кровоточит, ничего, поэтому я считаю, все прекрасно. Планы на день, какие у меня планы на день? Планы на день у меня работать, начать монтировать ролик, и я жду посылку из Золотого Яблока, вот. Собиралась, конечно, пойти в зал, но все. Видимо, тот последний разочек, который я, наверное, вставлю в этом ролике, был последний раз, когда я была в том зале. Даже как-то грустно немножечко. Я все-таки ему... Я этому залу, знаете, сколько отдала? Я в него хожу со второго курса. Потом у меня был перерыв, но суммарно я туда ходила 2 года подряд. Представляете? 2 года подряд. Ну ничего, жизнь идет, жизнь меняется, жизнь улучшается, я надеюсь. Поэтому все хорошо. Вот, сейчас я пойду готовить завтрак. Кота покормила, ребенок сыт. И все хорошо. Буду ходить в своей майке большой, потому что я болею, потому что имею на это право. Так вот. Да ты моя булочка. Да ты моя шарлоточка с наливными яблочками. Ангел, когда спит зубами к стенке. А если мы вот так вот кресло подснимем, то тут уже, видите, истинный характер проявляется. Вот это. Это чехол. Ну, если что, на кресло. Кошмар. Короче, поднимать и смотреть, что там с реальным креслом, я даже не хочу. Я даже не хочу. Чьи такие подушечки? Чей такой нос? Бася. Ну что? Вот как тебе есть давать, так все. Как вот за лапочку тебя подержать, так посмотрите, какие мы недотроги, а.
Господи, просто создание не думает о том, что ему есть, на что ему жить, как, что. Иногда мы все хотим быть котом. Ой, простите, что-то я в лирику ударилась. Ветчина просто шикарная. Мне иногда прилетало за империю вкуса, что там не очень хороший состав. Ну, состав там, откровенно говоря, нормальный. Просто немножечко такой, крахмалистый. Эта ветчина просто шикарная. Состав здесь шикарнейший. И она очень вкусная. И, ну, прям видно, что это мясо. Просто мясо. Мой любимый вкусвилл. Приходил курьер, принес мне посылку золотого яблока, я все-таки переоделась. Не сильно моя одежда поменялась по сравнению с тем, что было, но просто я подмерзла. Сейчас покажу, что заказала. Мала распаковку для запрещенного грамма. Такой мини-заказ у меня. Вот это одни из лучших витамин омега-3, которые я еще встречала на рынке, где у нас состав. Вот, видите, вот это ЭПК-ДГК. Видите, какой хороший здесь? 540 и 360. Это очень-очень... Ну, короче говоря, это хорошо, потому что состав омега-3 мы смотрим по вот этим вот двум кислотам. То есть обычно может быть содержание 140-200, там 300-200. Ну, короче говоря, маленькое. Вот эти вот два показателя в сумме должны быть приближены к 1000. Тогда омега-3 будет хорошо работать. Вот, по скидке в золотом яблоке взяла, очень классные. Вот это вот мастка от Аравия. Не знаю, ни разу не брала, ни разу не пользовалась. Но мне понравился состав для жирной и проблемной кожи. Да, это вот к слову о том, что у меня сейчас происходят непонятки с кожей. Ну, не знаю, попробую. Кстати говоря, бодяга в аптеке продается за копейки. Тоже, кстати говоря, очень классно помогает при удалении комедонов. Блин, надо было просто бодягу заказать, наверное. Ну ладно, попробуем. Дальше это вот такой вот крем от Мика, да? Да, тоже взяла попробовать, ничего не знаю. Расскажу вам. И вот такая вот нашумевшая помада от Darling в 03, по-моему, оттенке. Если я не ошибаюсь. Да, вот 03 оттенок. Сейчас откроем с вами, посмотрим. Это помада запрещенная грамме в рилсах. Меня последнюю неделю просто преследовала. Вот так вот. Вот так вот это все дело выглядит. Она должна быть такой, знаете, сливочно какой-то очень приятный. Угу. Такая вот кнопочка, и продукт выезжает. Давайте попробуем. Запах у нее такой, на самом деле, немножечко медицинский. Текстура очень приятная, как будто сливочное масло мажете. Такая прям жирненькая. Накрасила, конечно, очень ровно. Слушайте, ну приятная, только вот она, может быть, только она... Ой. That kiss. Слушайте, она с ментолом, что ли, идет? Слушайте, она с ментолом. Поэтому у нее такой запах. Вот. Так она стоит около 1000. В золотом яблоке по скидке я взяла ее за 490 рублей. Слушайте. Мне только знаете, что не нравится? Не нравится, что я сейчас ей намазалась один раз. И видите, как-то она... Ну, такая прям... Жиденькая, что ли? Ну, не знаю. Посмотрим, короче. Цвет приятный, ощущения приятные, но сама текстура... Короче, попользуюсь, расскажу.
девочки, это бомба. А на дворе какое-то октября. 17-е. Господи. Я первый раз за эту осень ем тыкву. Просто мы сами покупаем тыкву, сами чистим, сами замораживаем. Потом просто достаете, отмеряете нужное количество. У меня это где-то 150-170 грамм. Я бы положила больше, но я объемся, а это очень вкусно. У меня 2 чайные ложки растительного масла, оливковое, специи в микроволновку на 7 минут. Просто шикарно. Здесь у меня еще разогревается вот такая вот котлетка горячая. Вот так вот. И тост цельнозерновой. Такой вот у меня будет сейчас обед. Потом сварю себе еще кофе. У меня секретные материалы стоят. Как всегда, я уже на 5-м сезоне вообще-то. Хотя изначально план был такой, что я думала, что я даже первые 2 не досмотрю. Но неожиданно пошло-поехало. Но я все еще не уверена, что досмотрю прям весь сериал целиком. Кто не любит тыкву, обязательно попробуйте так приготовить. Это очень просто, это буквально обед, ну, за 7 минут по факту. Ну, за 8, хорошо. Тыкву вывалить, посолить, добавить специи, масло и поставить в микроволновку. Ну, это безумно вкусно, и сейчас сезон тыкв, поэтому обязательно попробуйте. Кстати, еще по поводу котлет. Ну, это не котлеты, это тефтели. Мы в них добавляем вместо риса гречку. Тоже очень-очень вкусно получается. Вот видите, лук и гречка. И прям вкусненько. Ну, кто любит гречку? Я люблю гречку, вы знаете. Анна Фугази. Да. Вас зовут Анна Фугази? Как бы там ни было. Интересно, прожить эти дела. Я представила всю информацию сюда. Но в этом отчете сказано, что лечение доктора Калдрена принесло куда более хорошие результаты. Нет, это неправда. Просто прикол. Яблоко-погремушка. Настя, 23 годика. 7. Все это время я просто работала за компьютером. Ничего интересного не делала. Так что я ужинаю. На ужин у меня тефтеля. Собственно говоря, то же самое, что на обед, только плюс гречка. И прекрасный чай с лимоном. На чаем с лимоном... Недавно с мамой угорали, я налила себе чай и не допила. Она его пьет и говорит: ты что, вообще сахар не кладешь? Чем такой кислый? Я говорю: сахар не кладу, я кладу неполный пакетик фит-парада. Мне так нравится. А мама кладет 2 чайные ложки сахара. Я ее чай пить вообще не могу. Он для меня приторный. Как ты вот лимон не давишь, как ты вот эту кислоту из него не вытаскиваешь. Я пить такое не могу просто. Вот настолько мой рецептор, видимо... Как-то, ну, не знаю, не могу пить чай с сахаром. Вот сахзам как-то мне больше ощущается. То ли вот этого приторного послевкусия нет, не знаю. Ну, в общем, не суть. Мне приятного аппетита. Вам огромное спасибо за просмотр. Как будет заживать моя шея, буду рассказывать в Телеграме. Скорее всего, будет еще отдельный шортс. Поэтому подписывайтесь на мой Телеграм. Запрещу на грамм, простите. Телеграм я до сих пор не привыкла. Ну ладно, вы поняли. Чтобы не пропускать другую информацию обо мне в тот конец, что называется, информация долетает быстрее. Спасибо вам огромное за просмотр. Как всегда, вас просто обожаю, люблю, посылаю вам всего самого позитивного. Помним, что в атмосферу вокруг нас мы посылаем все только самое позитивное, все негативное мы оставляем карме, она с этим прекрасно справляется. Вы прекрасные люди, прекрасная аудитория, я вас безумно люблю. И до скорой встречи в новом ролике, который выйдет совсем-совсем скоро. Пока-пока.